Петропавловск-Камчатский. Есть город Елиза. Камчедала. Камчедала. Мы все Камчедала. Дорогие жители Петропавловска-Камчатского. Надеюсь, что вы города Елиза. Это тоже есть. Странному совпадению со своим героем я живу в вашем городе вот уже целых 2 дня. Да ладно. Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Бывает. Чтобы кричали люди из зала во время реплики, это свинство, и вот это слово, быдло там написано. Опа. Это свинство. Так нельзя. И это просто отвратительно. Второй акт было просто невозможно играть из-за того, что в голос люди не то что кричали, а разговаривало ползала. Это все, что я вам хотел сказать. Всего доброго. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо.